Сегодня 2 января 2019 года, и мы отправились в путешествие. Поехали в Самару. Смотрите, какая у нас красивая зима, какие елочки, прям вообще. Сейчас, я думаю, уже Муловку проехали, подъезжаем к Петрограду. Такая природа здесь красивая, прям хотелось поснимать. Так, ну все, мы приехали в Самару. Сейчас будем заезжать на парковку Икеи. На свое любимое место. Да. У меня уже тут местечко есть, где я обычно стою. Да. Сколько мы здесь? Полгода не были, да? Месяцев 5, наверное. Ты что тут, водички решил попить? Да? В советские времена. Вот, посмотри, красавчик, вода нальется. Сейчас мы пойдем в Икею. Ой, как там красиво наверху. Тут еще шар какой-то воздушный с зайчиком. И там зайчики с подарками. Красота. Ну и что? Что за лимонад? Вкусно? Ситро. Попробуй. Давай. Все, боимся. Я там 10 рублей нашел. Да. А вот вид сверху. Прям вообще. Ой, это не один шарик, несколько. Ага. Ну что, Икея? Пойдем, мы по тебе гулять. Так, сейчас тут увидела вот такой вот ежедневник. Смотрите. Распродажа он стоит 249, сейчас 149. Хочу убрать резиночку и глянуть, что там внутри. Ой, просто белые листочки. Так, еще хочу показать вам такие формы. Бангат 149, сейчас 99. Их в упаковке идет две штуки. Одна и вторая. Там так вот упаковано. Так, форма для выпечки. Кстати, сахарницы, вот эти вот, новогодняя коллекция, они еще есть. Ой. На скидке, на распродаже пока их нет. 349 рублей. А вот на вот эти, смотрите, они гораздо меньше, молочненькие. Есть скидка, их меньше берут. 129 рублей. И вот так это все в наборе смотрится. Смотрите, какой поднос, да? Еще такая тарелочка, думаешь, взять такую тарелочку для чая пакетиков. Так, поднос тоже вот этот вот новогодний. Очень красивый. 299-199. Так, еще вот эти баночки. На сайте тоже видно, что они по распродаже. За 39 рублей. За 39 рублей я возьму себе одну штучку. Так, все, присматриваюсь к этой штуке, выдвигающейся для мусора. Смотрите. Мне не надо отдельно два ведра. Мне надо, чтобы одна цельная была. Смотрите, очень удобно. Так, стоит эта радость. Выдвижной поднос. 1799. Так, кстати, еще скидка вот на такие свечи, светодиодный набор. Видите, 999-799. Так они выглядят вживую. Батареечки маленькие сюда идут. В принципе, качество хорошее. У меня есть такая свечка в стакане. Очень качественная. Ну, вот показано еще в таких вот кашпо. Набор на подсвечников. А вот еще вот такие есть, да, набор для подсвечников. Стекло. Вот. Такая простая свечка есть. 99 рублей. Почему-то в наших местных магазинах ульяновских такие свечки по 200, по 300 рублей. А здесь 99. Так, и вот эта вот баночка, на нее тоже скидка. Сейчас вам покажу, такая большая. Внутри она белая. Сердечко. 199 рублей. Так, на печеньки. На печеньки скидок нет. Так, еще вот такой веночек в виде звезды. Смотрите, какой красивый. Тоже 299, а стоило 399.
То есть его можно, в принципе, не обязательно только на Новый год использовать. Так, Дед Морозики. Пока скидка не очень. 599, 399. Так, вот такой вот еще набор. Коробка для документов. Три штуки, 399. Вот так вот она выглядит. Тут большая коробка. В ней вот такая средненькая, я так понимаю, представлена на витрине. И внутри, наверное, еще маленькая. Интересно, да, если на полочках так документы не вертикально, а горизонтально хранить. Новинка. Так, следующая распродажа. Мягкая игрушка. 299,59. Я уже положила себе в корзину. Такие кексики, тортик со свечками. Катюшка будет играться. За 59 рублей вообще достойная цена. Так, еще у нас из детского отдела кукла перчаточная. Различные модели. 199. То есть вот такая модель есть. Вот такая модель. Так, вот еще нашла вот эти контейнеры сейчас по распродаже. Не 149, а 119. Три штуки. Вообще классные контейнеры. У меня есть в таком вот цвете. Так, распродажа. Винтер 2018. Вот эти елочки стоили 199. Сейчас 89. Ну и тут уже совсем, видите, немного осталось. Я себе взяла на следующий год. Так, остатки Винтер 18 еще нашла. Вот это растение фейка. Знаете, как папоротник. Такие вот у меня листочки. 999, 199. Я знаю, в Москве где-то даже за 99. Так, вот эти наборы елочных украшений. Очень красиво, кстати, смотрится. 59 рублей. Так, вот эта вот игрушка. Так, 99,69. Так, я, наверное, возьму елочки. Пусть на следующий год будет. И вот эту игрушечку. Так, еще вот такие вот игрушки. Со скидкой идут. Вот этот набор. Вот такой вот интересный. Тоже 279 вместо 349. Так, украшения подвесные. Это ленточки, которые вешать украшения. Грибочки 199. Так, вот такие вот игрушки 159. Крошечные игрушки на все скидки. А, вот такие вот сердечки красненькие. Такие красивые, да? Ну, чуть небольшая. А, ну да, есть здесь скидка. Сердечки. Да, на сердечке небольшая скидка. Ну, есть скидка все равно. Цветы розовые вот эти. Остатки красные, белых нет уже. Так, вот этот подсвечник. Светильник. Тоже без скидки. Без скидки он. Так, вот это я еще хотела показать гирлянду. Я сама думала, какие, блин. Смотрите, какие звездочки. Вообще очень качественно сделано. На окошко. Блин, ну на ней нет скидок. 2000. Если было бы, не знаю, 1000 я бы взяла. Так, вот такой светящийся венок. Скидка небольшая, 200 рублей. Это без скидки. Заяц. Светильник. Очень небольшая, 100 рублей, вообще ни о чем. А вот, ну смотрите, вот на этот веночек. На вот этот веночек скидка. 500 рублей. Так, вот на этот веночек скидка. Хорошая. Вот так вот он выглядит. Так, и вот на этот маленький. 200 рублей. Вот, который за 499. Вот со скидкой. Сейчас поближе покажу его. В принципе, такой достойный. Веночек. Ну, бледноват. Не такой ярко-зеленый. Какой-то бледный, изумрудный. Взяла вот эти печеньки за 199 рублей. Вот. Для любителей бутылок. Вот эта вот бутылочка стоила 149 рублей. Сейчас 99 рублей. С коллекции Winter 19. Смотрите, их еще очень много, кстати. Так, ну все, я уже вышла с Икеи. Тут детишки опять захотели на детскую площадку поиграться. Мы тут с папой игрались, потом покушали в курсе. Мне еще две такие штучки принесли. Куриная грудка тут в кляре.
островатый, мне кажется, переселенный. Покупочки. Обзор уже дома буду делать. Короче, зашел в город, купили на машине с пальцами новые. Сказал, полчаса я поеду. Что тут играет? Где я тут даже вот не знаю. А вот Ярослав появился. Don't think, I just wanna lose myself tonight.